Тюменским предпринимателям рассказали о возможностях для экспорта. В технопарке прошел деловой форум. Объем поставок наших товаров вырос по сравнению с прошлым годом на 640 миллионов рублей. Один из новых инструментов – помощь в продвижении на иностранных торговых площадках. Так, недавно три компании получили статус премиальных поставщиков на крупнейшей платформе Alibaba. Приносят результаты и международные выставки. Презентация в Абу-Даби неделю назад закончилась соглашение между предприятиями по ремонту бурового оборудования и арабскими партнерами. Сейчас происходит уточнение нюансов контракта, соглашения о предоставлении данных услуг. Считается непосредственно экономика, и я надеюсь, что в очень скором обозримом будущем эта компания подпишет контракт на выполнение этих работ на территории Персидского залива.